Один из водителей вызвал у дорожных полицейских на минувшей неделе особые подозрения, и они подтвердились. Оказалось, что 58-летний автолюбитель передвигается по улицам города по поддельному удостоверению. В результате проведенного технико-криминалистического исследования было установлено, что данное водительское удостоверение действительно является поддельным. Подозреваемый сознался, что купил указанное водительское удостоверение за сумму больше 25 тысяч рублей, находясь в городе Москве. 30 сентября в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование поддельного документа».